У нас есть линия оптимизации. Вайник с аппликатом. Есть пресс. Есть промежуточный стол. Лента еще живая. Далее. У нас есть четырехсторонний станочек с автозагрузкой. Обратите внимание. То есть, по сути, линия. Вот. Линия. То есть здесь у нас калибруется брус. Дальше все это подается на промежуточный конвейер. Дальше подается на шипорезную часть станка унитер 15. Шипорез. Причем шипорез с двумя каретками. Обратите внимание. Дальше все это идет на профильную группу через промежуточный конвейер. Вот. Есть еще с обратной стороны идет нарезание шипов. Проушим. Обратите внимание. То есть там было сначала, здесь в конце. Все это возвращается обратно на промежуточный стол. Вот тот промежуточный стол. Дальше идет вот так по этому конвейеру на Univar профилер 1. Профилируется с одной стороны оконный брус, подается на конвейер и профилируется с другой стороны. Дальше после профилирования это выходит на промежуточный конвейер. Сюда. Пришло. Дальше вы здесь это все снимаете, либо дорабатываете уже непосредственно для замков, шкантов, либо здесь. Либо здесь. Дальше все это отправляется на сборку, и у нас получается вот такого плана окно. Вот такого плана окно получается. Это в данный момент 78 профиль, вайник, ляйц, прошу прощения. Соединение на шипы. Шип проушенный.